Всем привет, с вами Авру 556. Мы продолжаем проходить Дёрт 2. В прошлой серии мы просто ездили, проходили гонки. Вот эту вот фигню открыли. Давайте ее тогда начнем. Ну, я уже нажал. Да, давайте уже попробуем прокатиться. Так, четвертьфинал рейд. У меня машина такая жесткая. Если по управляемости смотреть, то она в принципе вполне нормальная. Но вот Хаммер такой же вот, но он стоит 8 лямов. Потом Хаммер тоже. Volkswagen Race Touareg и все. В принципе, нормальные характеристики у нашей машинки, мне нравится, поэтому давайте посмотрим, какие раскраски доступны. Вот какая-то новая раскраска. Так, здесь у нас все нормально, здесь у нас тоже все нормально. Хотя вот освежитель у нас открылся тут. Давайте его поставим. Все, давайте продолжим. А, продолжить нам наши. Я что-то тупнул. Думал, нажму туда и сразу эта гонка. Потом опять надо будет заходить сюда, выбирать там это все. Кажется, вот оно как. Эй, Гарри, это Хорватия. Опять же эта трасса, да? Я так понимаю. Так что не сбавляй газ и держись на трассе. Ну ладно. Ну чё, чуваки, держитесь. Вот смотрите, бортуются, да? Вообще офигели. Я хотел в какой-то рекламный щит сбить. Ладно, я поеду лучше по обычной дороге. По ней машина, мне кажется, быстрее едет. Тем более тут разницы нет. Тут всё равно в одних и тех же местах выезжаешь. Ой-ой-ой-ой. Вот вы видите, что вообще произошло. Как у меня машина так жестко подпрыгнула и перевернулась. Она у меня такая высокая, блин, вот так. Ладно. На асфальте машина очень сильно скользит. Похоже, у тебя есть шанс. Блин, вот этот вот фаворит сраный, он мешается сильно. Попробую срезать здесь чутка. Да, что-то машина вообще не едет. Очень странно. Давай, я должен быть первым. Если не буду первым, то я просру гонку. Мне это не надо. По короткой траектории проехали. Ну, прям к середине практически держался. Так, справа у нас будет покороче дорога. Да и к тому же, зачем налево ехать? Странно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, это повтор однозначно. Опять кнопки не могу найти. Секунду. Все. Тихо-тихо. О, хорошо. Я даю по этой трассе второй раз только, поэтому не особо ее изучил еще. Смотрите-ка, не отрываются, все за мной едут. Да, все. Первое место. Да, рейд. Угу. А что там, трое слились, что ли, или что? Или отсеяли их просто, я так понимаю.
Ну. О. Я уже думал, игра зависла. Частенько такое бывает. Видимо, там должна музыка играть, чтобы хоть как-то пободрее было, но я ее отрубил. А, ну ралли, ралли, это легко. Ладно, ладно. Да. Накосячил уже. Она слишком быстро что-то говорит как-то. Не очень. Нет, заново давайте начнем. Что-то бредово. Почему-то мне близко слишком к этому повороту поставили, когда я уже в заносе был. Что-то 40. Что означает тут 40? Это поворот или 40 градусов поворот, блин. Фиг поймешь. Прыжок, осторожно. Ща, блин. Это асфальт? Ну ладно. Да, машина заметно лучше на нем едет. Да нормально тормозит здесь. Правый крутой, это не особо. Вот это да, вот это вот правильно сказал. Почти догнали какого-то чувака. Все время забываю, как эта машина называется, блин. Ну, довольно-таки популярная. Пока там повернешь, легче ручник нажать. Блин, этот все задымил меня тут песком своим. Запылил. А уже финиш? Ну, окей. Ой, я думаю, я врезался, что-то прям близко так проехал, еще такое замедление было или что-то. Ну да, я такой. Меня хвалят. Просто идеально проехал. Опять же, долгая загрузка. Game Europe. Games там вроде было. Не помню, не знаю, как читается. Не помню, что там было. Нет, это Games было, так что все правильно. Ралли этот, как там? Ралли Кросс. Опять же, первая трасса это. Тихо. Осторожно, кого-то там сбил, подрезал. Это фигня. Надо как-то их обогнать. Тут еще фиг поймешь, асфальт или гравий. Все одним цветом из-за того, что темно. Благодаря какому-то чуваку я вроде там не соскользнул с траектории. Задок там подбил. Ох, опять грязь. Осторожненько.
принципе, я уже неплохо так оторвался, поэтому нормально. Блин, на ручнике так круто хотел проехать, я думал, это не шпилька, это шпилька оказалась. Поэтому вывернул обратно вправо туда. Так, это какой круг? Второй из трех? Что-то длинноватый, кажется. Я активно начал пользоваться ручником. Полезная вещь так-то. В поворотах резких. Общий пробег. Сколько у меня пробег? 280. Он-то не маленький. Почему-то не говорится, когда новый круг начинается там. Например, как в NFS-ке бы пока. А нет, в NFS-ке вроде тоже не показывает. Но показывалось бы, хотя там посередине экрана, типа какой круг, а то так фиг поймешь, приходится смотреть налево. А у меня типа своя тут еще ездит, что ли? Или это кто? Это вроде не свой, не мой, не из моей команды, короче. Я не нанимал себе. Так, осталось чуть-чуть. Эту гонку вполне себе так хорошо провел, так в заносах, так неплохо проехал. Еще и особо не врезался, только в начале там чуть-чуть подцепил. Так хорошо, в принципе. У тебя получилось. Ну где? А, я уж испугался. Десять лямов, некуда их тратить, конечно, но спасибо. Почти 10-й левел. Тебе только что удалось открыть отличный новый набор раскрасок. Арай. Поздравляю! За победу в X-Games организаторы награждают тебя ралли-кроссовой машиной специальной подготовки. Фантастика! Она что-нибудь, кроме раскраски, отличается от той, которая у меня есть в магазине, интересно. Но это специальная подготовка, я так понимаю, там полный тюнинг должен быть. Да, я такой. Эй, Гарри, если хочешь чего-то нового, знай, я собираюсь в жаркие джунгли Малайзии. Если накопишь еще немного опыта, я возьму тебя с собой. Там вода, по воде я буду гонять или что? Так, лучший финиш один. Так, это я завершил, все хорошо. Так, я продолжаю, меня отвлекли. Вот, я хотел вызов пройти. Вот этот. Эй, чувак, направляйся на водосброс. Короткое и посмотрим. Можешь ли ты побить мое время в классера? Что-то короткое и посмотрим. Что это означает, непонятно. Так, мои машины. Я так понимаю, вот это нет. Там для ралли-кросс только она у меня стоит, поэтому там не будет ничего. Осталось у меня две раскраски открыть, конечно. Это маловато, но все же лучше, чем вообще ничего не открыть. Так, здесь все стоит нормально. Убираем для гонки, гоним. Из Лондона в Калифорнию. Против по страны. А он только один здесь гонял, что ли? Из-за него одного сюда приехал. Гарри, добро пожаловать в Калифорнию. Готовься к шаре и к песку, который проникает повсюду. Okay.
О, ручник спас. Так бы я не по траектории проехал. Нет, надо пореже ручником пользоваться, потому что он иногда не особо нужен. Подброс правый плавный. Ладно, сейчас легко побьем. Думаю, он не особо так мощно гнал, потому что один был. Хотя... У него конкуренции не было просто. Ни хрена не вижу. На рандоме еду. Сейчас я тупо рандомнуло мне то, что машину не повело в занос влево. Так, пока что успеваем. 40 секунд, чтобы преодолеть полторы где-то. Здесь, в принципе, дорога прямая осталась. Поэтому не будет, думаю, проблем тут. Хотя... Что-то я не особо успеваю. Хотя тут прямая вон. Да, я успел. Обогнал его где-то на 13 секунд, да? Блин, только некоторые моменты очень сложные были, где я тупо... Рандомно проскочил. Ну да. Задание 0, вызов 4800. Неплохо. Куча новых раскрасок для тебя. О, на баги не надо. О, новые раскраски для импрезы. Поздравляю! Теперь у тебя есть что-то действительно необычное. Да, ну да. Мумия. О. А то у меня уже череп задрал. Так, вызов его мы выполнили. Пока что не знаю, куда поехать. Давайте в Лондоне что-нибудь пройдем. Посмотрим. Там вроде машины какие-то дают, нет? А, вот для чего он мне говорил. Дали мне эту машину. Управляемость похуже, в принципе, и скорость похуже вроде как. Так, все остальное примерно такое же. Ну, там одна характеристика осталась-то. Примерно такое же. Мумию выбрать для всех. Окей, выбрать для гонки. Давайте посмотрим. Надо сейчас привыкнуть будет к ней. К этой машинке. Дели Повел. Постараюсь. Дворник кого-то с Жигули сняли. Ой-ой-ой, что-то вообще заносит, блин. Сейчас надо привыкнуть к ней. Блин, чувак, блин, мешаются тут все. Да, дворник плоховато очищает. Так, Кейт подвинулась, так что все хорошо. Это не так уж далеко. Главное не на грязь. Ой-ой.
Что-то машина в некоторых местах хорошо управляется, в некоторых заносит просто и ненормально. Тяжело понять, как проходить поворот. Такое ощущение, кого-то весит она очень мало, а мощности в ней очень много. То есть она в поворотах так нормально в заносе идет. То есть можно проходить в заносе нормально так. Ее не будет ни распрямлять, ни наоборот уводить куда-то в сторону. Так, всего лишь два круга, что ли? Тогда изи просто. Изи, ага. Ладно, не буду я повтором заниматься, потому что это долго. Машина у меня особо сильно не пострадала, и время я там не потерял почти. Я что-то поворачиваться плохо стало, ну ладно. Окей. Конечно. Стартовал вторым, приехал последним. Хотя там несколько бэх было, поэтому возможно он и первым. Ой, последним стартовал тоже. Я особо не смотрел. Твоя техника была безупречна. Так себе, конечно. Китайцы с огромным уважением относятся к опыту. Если хочешь выйти здесь на старт, тебе нужно заработать себе имя. Потренируйся еще немного и присоединяйся. Да мне сейчас еще 11-й левел надо открыть сначала. Так, это у нас что? Это у нас большие машины, я так понимаю, да? Нет, небольшие. Да, все хорошо. Здесь у нас вроде все стоит нормально. Да, я поставил для всех там. А, кстати. Ага, я хотел назад сделаться просто. У нас же раскраска новая есть. То это зеленая непонятная редбуллская фигня или что там на капоте. Нет, это не редбулл. Не очень смотрится. Хотя это тоже, конечно, смешно. Какая-то звезда он спереди непонятная. Пародия на акулу, может. Фиг знает. Я один должен проехаться, что ли? На время там будет заезд. А, ну да. Сбить эти фигни надо. Ниже ничего сложного в этой фигне все. Ничего сложного, просто после той машины привыкнуть надо, эта машина потяжелее, с ручником ее сразу, блин, заносит непонятно. Тихо, осторожно. Буду ехать, стараться аккуратно, ну, как обычно ездю. Просто трасса не особо сложная тут. Поворотов таких резких нету особо. Ну, это первая трасса, насколько я помню, на которой я гонял там ралли. Только в обратную сторону. Хотя... Вот это вот что-то другое уже идет. Стараюсь не пропускать эти штуки, они полезны, они прибавляют время. Чуть я разогнался прям там, вообще жесть. Но мне нравится на большой скорости гонять.
Пропустил там пару штук, но это фигня. Тем более, я уже почти доехал. Я могу и без этих желтых штук доехать уже до туда. Да, все. Что у меня с бампером? Это краска облупилась, что ли? Что-то плохо как-то покрасили, конечно. Уже здесь он какая-то потрепанная была. Ладно, то мы успеем еще одну гонку проехать. Побольше в этой серии буду гоночек проходить. Ну что, время тебе еще есть. Что удалось открыть отличный новый набор раскрасок. А для моей машины нет. Эй, Гарри! Отличный пилотаж в прошлой гонке. Сойдет. Так. Взгляни на эти новые гонки. О, новые гоночки. Зарабатываешь себе имя. Пора создать команду мечты, дружище. Тебя пригласили на командную гонку. И чтобы принять в ней участие, тебе нужен напарник. Выяснить, как к тебе относятся другие пилоты, и готовы ли они войти в твою команду, наверное, знаю, где это. Мои данные. Ну, если считаешь, что пора тебе в Малайзию, то я не возражаю. На твоем месте я бы сделал прививки и собирался в дорогу. Так, давайте посмотрим мои данные, что тут можно в отношениях тут, кого можно поставить. Специализация ралли-рейд, ралли-кросс, последование ралли, рейд-ралли. Пока что я не знаю, потом попробую это сделать. Давайте тогда в Малайзию одну гоночку пройдем. Малайзии. Два с половиной ляма, фигня. Еще посмотрим, как выглядеть будет машинка, интересно. Внешне вообще ничем не отличается, только колеса вроде другие. Хотя вроде даже такие же. Ладно, давайте побыстрее пройдем уже. По идее сейчас получше она должна гнать. Побыстрее даже. Управляться может даже лучше будет. Фаворит. Не знал, что на Ниссане гоняет в ралли. В салоне только слева и фигня какая-то появилась. Посередине вон лампочки. Справа, где, ну, обычно печка там находится, всякие значки появились. Ну, не значки, а приборы там. Каркас вроде, или каркас был тоже, не помню. Скорее всего был. Только другой вроде стал. Ой-ой-ой. Там повторно. Что-то жесткий такой удар был, это капец. Где там кнопка вот? Если честно, то машина вообще ничем лучше не стала, как по мне. Так же управляется. Хотя вот если долго поворачивать, то она лучше поворачивает. Пока что на первых местах особо. Хотя трасса что-то долговато идет, да? Сейчас обгоним его уже тут. Можно по его траектории тупо ехать, не париться даже.
Блин, пылит мне в лицо прям, вообще козел. Нет, я хочу идеально проехать. Ну вот это вот что такое вот? Я даже опытом пожертвую ради хорошей машинки. Блин, ну вот как вот? Че он срезал, нечестно? Он зато достягу там получу какую-то, так что все норм. Было поздно, когда она сказала держись внутри. А, ладно, вроде проехали, ладно. Да, только у меня бачок сильно пострадал, конечно. Много опыта дали. Ты из-за того, что я флешбеков дофига использовал, наверное. А, тут вторая гонка еще есть. Ну ладно, подольше поездим. Блин, у меня машина сейчас поломанная, это будет. Нет, починили, красавчики. Помыли даже. Блин, тут сейчас поворот будет опасный. Прям как знал. Машина что-то вообще жестко развернула, я ручник вроде не так сильно дернул. Ладно, здесь можно чуть-чуть разогнаться. Так, осторожно. Такие повороты можно на ручнике проходить, чтобы особо не париться. Которые крутые очень. Вот такие, которые я сейчас возле лужи проехал, лучше обычно проезжать. Блин, дорога узкая. Почти догнал кого-то там. Чувачела. Вот чувачела. Подставляльщик такой еще. Прям возле ворот проехался. Я хотел его обогнать. Вот, все. Левый средний, направо средний. Это не такие уж средние, хотя. Правый средний, налево средний. Держись внутри. Налевый плавный. Держись внутри. Я ничего не знаю, машину занесло. Колеса надо было нормально мне покупать. Спонсоры. Хотя, при чем здесь спонсоры? Это я же выбирал там, ну, какие колеса ставить там. И кто-то мою машину обслуживает. Ну, вот и все. Передок, конечно, чуть-чуть поломанный. А, так неплохо. Вот теперь нормально дали. Ну что-то, судя по уровню, нет. Какая-то бапёха опять дружит. Задолбали уже. О, мужик какой-то. А, так они у меня были. Эй,
Я помню, они были у меня. Ладно, с тобой мы погоняемся в следующей серии. На этом пока все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И всем пока.